Приветствую вас на канале Asmodee Play. Подписчики или тот, кто просто смотрит канал, давайте посмотрим. У нас нынче миссия у нас совместно. Блин, только совместно, жаль, что у меня нету ни с кем совместно. -то. Так, алмазная шахта, а мы же ее сделали. Да, мы ее только что проходили, буквально след этого, в предыдущем видео. Что ж, мы играем в Splinter Cell Blacklist, посольство Египта. Подождите, это мы тоже сделали, посольство Египта. Вот, логово хакеров, точно помню, что мы не делали. Грим, как продвигается анализ системы связи инженеров? Так, вот это вот интересно будет нам. Тут нельзя попадаться вообще. Надо только все эти шпионские хрени только брать. Так что бойня предстоит ужасная. Кто тут у нас, Грим? Ты на месте. Есть 3 ключевых точки, где можно подключиться к кабелю. Там надо установить жучки. Я пометила их на схеме и скинула на твой обсад. Так, хорошо. Так, тут у нас мины. Осторожненько. Не наступаем на мины. Удерживать, поднять тело. Зачем оно нам нужно? Так. Спрячемся. Знаешь, чего тут не хватает? Блин. Сауны? Ты что, фин, что ли? Нет, не сам. Давай-ка мы... Явно не хватает пивка. Точно. Везде пусто. Вот так. Запахаем. Сейчас будем ждать, когда он туда придет. Захват. Захват это не обязательно. Вот, блин. Так. Он все время сюда смотрит. Его обойти можно только поверху, если вот так вот брать, по идее, его надо с другой стороны брать. Тихо. Но сильно ранен. Сильно ранен. Чтобы его еще ронял. Парень без сознания. А ничего, что там тень такая была? Ладно. Сэм, я обознала парня, так, которого ты взял. ЦРУН пригодится. Отличная работа. Так, Грим, я подбираюсь к их системам. Так, по идее, это можно вот никого здесь не убивать, можно проскочить. Он, правда, немножко покипишует, но проскочить вполне возможно. Так что тут просто как шпионская и хрень идет. Еще 2 и можете уходить. Пора. Все. Так, теперь минутку. Он где-то тут вот один должен быть. Тихо, тихо. У нас потери! Всем прочесать территорию! Вот он идет. Блин, его только из-за угла вырубать. Я здесь один справлюсь. А вот как камеры вырубаются, я уже не помню. Я здесь один справлюсь. Так. Быстро, туди сюда. Так, подождите, тут вот не спешите. Вот. Там-то можно, по идее, по улице проникнуть. Здание. Ну, давайте я уж посюда раз начал. Зайдем. Так. Наверху. Так.
Давайте посмотрим. Вот здесь вот ловушки. В порядке. Которые ездят туда-сюда. Блин. Тревогу. Придется отменить операцию. Блин, ладно. Тогда мы немного пойдем другим путем. Пойдем другим путем. Блин, блински. Все эти мины оббегать. Вот здесь. Ясно, что до города далеко. Но могли бы хоть склад какой-то устроить. Да здесь, знаю, пиво надо. А, вон надо по трубе вот так вот ползти. А у нас только какая-то ослиная моча. Нахера нас сюда послали? Сыть. Скорее бы отсюда убраться. Минутку, минутку. Вот тут система-то такая, по идее, простенькая. Ползи, ползи, ползи. Что можно практически никого не убивать. Этот уровень на это и рассчитывал, так-то, по идее. Давай, вставай. Так. Залазь. Вот и все, полезем сейчас. Блин. Нахера нас сюда послали? Сынство. Скорее бы отсюда. Тихо, тихо. Ага. Нет, нам не туда. Ползем в другую сторону. Мать! Что, мать? Иди. Так, а мы берем... Так. Быстренько заходим. Делаем, что надо. Подсоединяюсь, Грим. И можно в окошко отсюда же уйти. Первый жучок активирован. Еще два, и можете уходить. Ой. Все. Еще два, и можете уходить. Минутку. Перед тем, как нам уйти. Чем? Раньше тут пиво было. Кто-то испортил кадр. У нас видно кости. Так, подожди, какая бесконтактная-то? Поехали. Блядь. Так, минутку внимания. Оп. Упаковываем. Проверим. Пригодится. Кто-то его вырубил. Давай. Зайди. У нас потери. Всем прочесать территорию. А? Тихо. Вижу его.
Да что за нахер? Все так хорошо было. Зачем ты меня забрала? Блин. Так. Мимо мин. Не наступайте на мины. Тут можно пройти? Можно. Ну тогда сразу к окошку пойдем. А тут можно вообще подняться? Вот так вот на окно так. Опа. Вообще-то я хотел туда сразу. Ясно, что до города далеко. Но могли бы быть в палатке выпустить. Да здесь даже пиво нормально. Тут была пивоварня. Так. А у нас только какая-то ослиная моча. Нахера нас сюда послали? А вот послали, потому что вы олени. Так. Ну-ка, подожди, вот там что такое виднеется? Да назад, назад ползи. А, отключить можно. Ладно. Давай. Ой, блин, опять вас уничтожать-то по одному. Оп. Эй, оп. Чем меньше вас, тем мне лучше. Так что уж извиняйте, ребята. Блин, что-то камера вонючая. Хотя ее можно, по идее, вот так по краешку, как я понял, свистнуться. Можно так вот чуть-чуть обойти. Можно. Да что же за херня? Давай. Смогу я его вырубить? Камера вонючая, блин. Вонючая камера. Вот так вот. Никакой жалости. Минное поле. Знаю, что минное поле. Мы по нему побежим даже. Не будем сдерживать себя. Не, чтобы туда наверх сразу, опа, забрался и все. И красавчик. Когда же тут появится нормальная жрачка? Ясно, что до города далеко. Тут была пивоварня. А у нас только какая-то ослиная моча. Нахера нас сюда послали? Так. Для того и послали, чтобы вы ее хлебали. Так, я так понял, по этой трубе по-любому надо ползти. Вонючая камера. А, смотрите-ка, их сбить можно. Не-не-не-не-не, поднимайся, поднимайся. Давай. Подсоединяюсь, Грим. Первый жучок активирован.
активирован. Еще два и можете уходить. Давай. Хорошо. Еще два и можем уходить. Но мы немножко вот так вот припустим. Все. Сейчас пока там найдут. Ну и срач. Так, Грим, я подбираюсь к их системам. Железо везде валяется. Что, кто-то спустился к ним, что ли? Представляешь, сколько бы они могли сделать, если бы кто-то к порядку включил. Второй жучок активирован. Ставьте последний. Подожди. Ставьте. Не все так просто. Скотина смотрит еще, наблюдает. Ой-ой-ой. Это точно. Пожар. Отвратное место. Черт. Раньше тут пиво было. Теперь ботаны. Время идет, все меняется. Блин, и там камера. Из вашего сектора идут странные данные, проверьте. Так. У нас проблема. Этот блок вышел из строя. Что? Подождите. Не спешите. Ну что зря-то? Ты, кстати, главное, наверх не поднимайся сюда. И все нормально будет. Кто-то разбил камеру. Все на поиски нарушителя. Возможно, в вашей зоне посторонний. Проверьте. Может быть. Подожди. Так. Надеюсь, ты не можешь сюда пройти. В аппаратной. Тут тихо. Все жучки работают. Пошел перехват данных. Идите к точке эвакуации и незаметно, а то все насморком. Понятно. Понятно. Так. Вот посюда выйдем. Пониже. Так что, в принципе, вот такая вот шпионская миссия. Только на мину не наступите. Это вот самый такой косяк в конце бывает. Это когда на мину наступаешь. Не спеша, не спеша, не спеша. Вот и все. Действуй. Ну что ж. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже в следующем видео. Пока!